Чему учил вас отец? Мой папа был очень трудолюбивым человеком. Он умел все, от женской работы до мужской. И поэтому нам с братом он прививал вот любовь к труду. Мы занимались и на земле, то есть это огородные работы. Ходили с ним в лес. Я очень благодарна всему, что я умею, это своему отцу. Учил меня и на тракторе ездить, и на комбайне с ним ездила. Вот как вот еще можно сказать, что и на технике тоже папа научил. Мне очень нравилось с папой ходить на рыбалку. На ранней зорьке он нас брал с братом. И мы ловили рыбу, потом купались. Было очень так интересно, запоминающе. Папе у меня много воспоминаний именно теплых, потому что он прожил долгую жизнь, умер 86 лет. Чему он научил? Пока был молодой, он нас приучал ко всем домашним делам. По хозяйству, да. А когда мама умерла, он все домашние дела взял на себя, готовил. Вот меня всегда трогала его память о маме. С теплотой всегда вспоминаю его. Чему вас научил отец? Во-первых, любить родину и никого не бояться, быть справедливым. Он всегда говорил: любите родину, получайте разные профессии, разные знания. Потому что он сам был и каменщик, и водитель всех категорий. И работал оформителем еще на железобетонном комбинате. И около 40 лет, по-моему, он переучился, насколько я помню, смутно, на сварщика, куча профессий. Очень рукастый был, по-нашему, по-русски говоря. До сих пор вот они с мамой, ну и мы помогали в то время, в 80-е годы построил домик. Он у него как конфетка стоит. У него такой художественный вкус был, и он всегда видел прекрасное. Он рисовал картины. Самое главное, чему вас научил папа? Меня папа ничего не научил, потому что я без папы росла. Вот. А мои сыновья, папа их научил всему. И жить, и строить, вести хозяйство полностью. Самое главное, он учил терпимости, помогать ближнему, защищать слабого. Могу привести пример. Папа у меня был шахтер, горный мастер в городе Инта, республика Коми. Он приходил с ночной смены и помогал мне делать уроки. Будил меня, садился сам. Сначала мы делали на черновик, потом на чистовик. Вплоть до смешного. Например, это было уроки математики. Математику я не понимала, он хотел сделать из меня вундеркинда. Да, сделает, я спешу, он спросит: дочка, ты поняла? Я говорю: да, папа, я все поняла. Домашнее задание 5, контрольная работа 2. Но папа был молодец, он стремился, он всегда помогал с детьми. Не пил, не курил, все вот помню вот так вот, только с положительной стороны.